Всем привет, друзья. Ну что, подождите, надо вас протереть. Мы в Вегасе, я жду Панфиловых, и мы идем на концерт Ионы Кантридзе, как и обещал. Не знаю, прямой эфир получится, не получится, но в любом случае снимать буду. Все, сейчас я их встречу и... Панфилов номер раз на месте. Здравствуйте. Панфилова 2 и Панфилов 3. Я просто по счету всех пересчитаю, чтобы на месте были все. Панфилов 1 так получил. Ой, у меня что-то подбородок, подождите, что я подумаю, что еще раз пошли. Мы сегодня все... А ты тоже в черном сегодня? А ну не совсем. Нет, я сегодня в оранжевом. Угу. Это Панфилов. На момент. Мы уже не успеем. А вы знаете, что мы делаем? Рассказываем. Рассказываем. Вот пока Анатолий не вмешает, не, как это сказал, указания не даст, да? Да. Ну, короче, я вам хочу сказать, что мы ходим, да, мы ходим и ищем, где нам поесть. Почему нельзя было заранее все забронировать? Почему? Потому что не было указаний. Анатолий не дала указания. Потому что я вообще думал, что вы опоздаете. Теперь мы ходим, мы ищем, а мест нету. Вот и через час концерт. Вот и все. А она хочет выпить. И закусить. Ой, какой я беззубый с этой стороны. А что, нету места? Прикиньте, мы уже разделись, почти сели. Как называется? Грузинская кухня. А у них нет алкоголя. Слушай, Вегас громадный, полный ресторан. Да. Ресторанов. Да, ресторанов полно, мест нет. Где ресторанов полно? Покажи. Планета суши, вот, дежурная. Ресторан, где можно выпить вино. Я не знаю, как мы уже разделись, я снимаю. Пошел третий час поиска алкоголя. Подожди, это же новый канал, тебе нужно представлять теперь все заново. Подожди, тебе красиво тракусить. Евгения Анатольевна Панфилова. Моя близкая подруга. Очень приятно. Я не знаю. 39 лет замужем, двое детей. Без вариантов. Без... Садимся. У меня и на моментах. Давай, Анатольевна, поругайся. Подожди, поправь. Да, ага. Это же красивая у меня. Андрюша, ругаюсь. Короче, мы пришли уже в третье место. Еда, мы не дождались. Андрюха пошел ругаться, кстати. Девчонки, классно. А, это продолжаем, новый канал. Да, продолжаем. На новом канале мы еще... Андрюша, сядь, пожалуйста. На новом канале мы Андрюху еще не это... Не пиарили. Не пиарили, да. Пиарим. Вот сейчас пацан пошел разбираться. Пацан сказал, пацан сделал. Потому что сидим уже 20 минут, ждем просто напитки. Просто напитки. Ужасно. Ваня пошел за бургерами. Купил бургер, готов. Где напитки? Бургер уже готовый, понимаете? А что он сказал? Алкоголь на вынос не готов. Где несут? Сейчас я за это подойду. Они этого ждут, Анатольевна. Короче, я пошла. Смотрите в новостях. Разборки. Чуть за место вообще. Чуть за место. Это место называется на моментах. Давай. Вот сейчас уже нет этого огня, понимаешь? На молодой человек, я вас очень прошу, пожалуйста, мы попросили напитки. 20 минут несут напитки. 20 минут. Пожалуйста. Алло. Ну сиди, Вань, сейчас подойдем. Да, и они как-то наливают. Из Питера едут. Откуда? Из Китая. Откуда они едут? Я тебе говорю, сейчас мы к тебе подойдем, Вань. Да уже полупустой. 20 минут напитки налить. Где у вас менеджер? Здравствуйте, мы заказали алкоголь 20 минут назад. Полчаса блюда, 20 минут алкоголь назад. Можно, пожалуйста, быстрее? Или, может быть, пойдемте, я помогу налить? Алкоголь, который не могут налить 20 минут. Ну тогда налейте, пожалуйста. Ну зачем ты снимаешь? Ну как, это же самое интересное. Да надоели уже, блин. Ты же как начальница, ты как врубишь. В Москве сыр... Что в Москве? Говно сервис в Москве стал. Как в Сочи, да? Как сказали. Ну реально, 20 минут, блин. Песков сказал, мигрантов не хватает. Для работы. Для работы. А же они все, по-моему, мигранты, нет? Ну, говорит, не хватает. Минуты, да? Не нервничай. Да. Все. Вся работа встала. Иди к этому психопату, пожалуйста. Да. Психопат. Поснимайте, сейчас будет столько к. Шампанское в таких стаканчиках. У Анатольевны тоже. Апероль шприц. Здравствуйте. Ой, как тут вкусно у тебя. Пока ты не изменишься, нет. Надо уметь. Семейный скандал.
за то, что ты орешь на свою собственную жену в метро. Давайте выпьем. Давайте за это. Которая родила тебе двоих потрясающих. Красавцы. Давайте выпьем. Будем. Ура! Тихо, упадешь в стакан. Смачного. Ваня нам что-то хочет показать. Сегодня официальная пресса. Умоляю. Да. На момента. На минуточку. Умоляю, с кем я живу. На минуточку. Теперь я могу официально подать заявку, аккредитоваться и даже в Госдуме вести репортаж из Госдумы. Ну, ты же понимаешь, что ты без меня не можешь туда пойти. Помощники нужны же людям. Вот, вот я хочу аккредитоваться сейчас, мне нужно снять два репортажа. Вот в воскресенье будет в 19 часов, там у Андрея Бартеньева будет выставка. Бартеньева? Да. Он еще живой? Да, у него вообще галерея своя, ничего так, на Таганке. Надо пойти, даже интересно. Мне еще не сказал, что в воскресенье он куда-то идет, в семейный день. Да. Ну, а ваши семейные разборки. История умалчивает, и еще там на один завод. Но. Какой-то вот чуть-чуть, как будто вот... Не, наоборот, классно еще. 60, HD 60 кадров, как раз-таки на самом кадре. Это секунду. Не HD здесь, я выключил HD как раз. Да хорош, что ты мне рассказываешь, смотри. Выключил. Не было выключено HD у тебя. Все, друзья, мы уже на концерте. Анатолий нас ждет, все ждут. Слепин! Да, все. Господи, красиво. Пошли. Короче, прикол в том, что, ребят, Теона мне дала билеты в партер. Хорошие места, естественно. А ребята купили себе в танцпол, чтобы потанцевать. Я хочу с ними. Они пускают. С партера не пускают. Анатолий, что делать? Уже начинается концерт? Да, ждемся пускать. Ну, я буду вам кричать оттуда. А Алина выйдет? Ну, обещала. Ну, короче, я пошел в партер один. Я сюда, в партер. Как-то буду пробираться на танцпол, потому что, ну, что я буду один сидеть, что как совсем.